Приветствую всех зрителей. Сейчас в этом видосе я покажу, как я делаю запись разговора во время звонка на Xiaomi Redmi Note 7 с прошивками MIUI 11. В предыдущем видео я вам показывал приложение, через которое я делаю запись звонка. Так, это приложение у нас называлось... Сейчас его найду из своих приложений. Так, где же это приложение находится, я не понял. Ребятки, я его удалил. Удалил я это приложение, которое говорил в предыдущем видео. Но ничего страшного, сейчас я вам на практике покажу, как я делаю запись звонка. Допустим, я звоню маме вот на этот телефон. И здесь, видите, появляется запись звонка. Встроенное приложение, видите, вот я нажимаю запись, все, пошли секунды, и теперь идет запись полнейшая. Алло, здрасте, привет, как дела? Потом я говорю вот сюда, на мамин телефон, а это мой, который ведет запись. Сейчас я вам покажу, что это все работает. Я просто делаю сброс, и все. Потом у нас здесь появляется сверху, когда вы шторку опускаете, телефон, что вы совершили запись. Без всяких приложений. Уже в MIUI 11 встроена эта функция записи. Нажимаем. Вот когда я звонил, время 9 утра. Дата. Кому? Мама, допустим. Оп. Просматриваем. Теперь идет запись полнейшая. Алло, здрасте, привет, как дела? Вот сюда, на мамин телефон. То есть, видите, я говорю с другого телефона, и у меня очень хорошо слышно. А это мой, который ведет запись. Сейчас я вам покажу, что это все работает. Все. Вот так вот просто делается аудиозапись ваших телефонных разговоров. Поэтому пользуйтесь. И будьте довольны. Все, спасибо всем за внимание. Надеюсь, это видео было интересно и полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи!